Подожди, что это такое? А, вот рисунки. Вот, смотри. Это последние рисунки, на самом деле, у меня очень много. И они самого плохого качества. Потому что у меня не было материала, я из выражения рисовал. Вот это тут. Можешь понять, что означает? X? Треугольник? Ну да. Это я свой логотип Xanax'а разработал, но никто за это не заплатит. У меня есть логотипы, которые рисую, но я их не выкладываю, потому что их украдут и ничем не заплатят. Вот попытка рисовать. Это по скриншотам дикаря. Это фломастер. Очень разрушенный. Когда я болел, и вот нарисовал разрушенный ферму Лабарта. А вот Лабарт, который похудел, лишь стоит худой. Mm-hmm. Это я из воображения, кстати, рисовал. Потом вот это вот я перерисовывал этого монастырь огня. Кстати, там этот дикарь восхитился прям. Ну, мне тоже вот этот нравится. Ну, потому что я прорисовывал там долго. Ну, ты снимай там все подряд, меня там, это все. Вот, смотри, я потом решил рабочих прорисовать. Просто меня вдохновили рабочие. Смотри, здесь мощная такая эта мельница. Работники, каждый в своей позе там. Этот самый стрёмный. Каждый по-разному. Я не знаю, что-то вот это не оценили. Потом я рисовал вот это в панораме, в готику. Тоже они как бы раскритиковали, потому что нет пропорций. Посмотри, здесь все есть. Здесь и монастырь, и старый лагерь, и корабли, и Хоринис. Видишь, я там feel sad, я чувствовал депрессию. И ферма Лабарта, и башня Ксардаса, и монастырь, и еще там, и этот остров. Вообще все есть. Да потом я вон. Блин, корабли красивые очень. Да? Да. Потом, короче. Этот дикарь меня надоумил корабли рисовать, я его нарисовал, видишь, мне написал, пока паладины не видят, ну обычно здесь паладины стоят, охраняют, он залез, сфотался. Вот за этот рисунок у меня, вот смотри, здесь прорисовано все четко так. Mm-hmm. Здесь видишь Хоринис, башня Ксардаса. Вот. Я прорисовал просто черной ручкой здесь. Но я потом написал Sad World, ну, потому что у меня депрессия была. Видишь, я башню Ксардаса, эти все прорисовал. Вход в Хоринис, и сарай, где живут рабочие этого Лабарта. Самого Лабарта, стоги сена, вот Лабарт стоит, вот эти работники. Хотя там грядок нету, я просто сам, знаешь, в саду всегда есть грядки. А там почему-то нет. Рисовал. Еще монастырь. Вдалеке. И мельницу огромную. Она кажется чем-то фаллическим символом. Я боялся, что подумают, что фаллический символ нарисовал. Типа, если вот убрать мельницу, то получится такая вот хрень. Пока ты не сказал или не. Да, я боялся, реально. Думал, черт. Это же обзор компроматный. Да нет. Потом вот это я вообще рисовал пальцем акварелью. Пытался голубой цвет, как в этой готике.
Это здесь выращиваются всякие травы, кислотные. Ну там болотные тростники, короче. А, вот, кстати, вот эта вот работа незавершенная. Это из воображения, смотри здесь. Здесь вот камни, да, и вот такой вот мир. Там дальше. Тут вот живет маг. Вокруг него летает вот этот вот. Здесь маг он пускает. И отсюда тоже идет магия с башни. А здесь мельница, и она. Я хочу сделать так, чтобы она могла доставлять туда или куда-нибудь. Если мне не хватило голубого мука. Она может сходить мне. Сейчас очки сниму. Может тебя сфоткать? Нет. На его фоне. Ну, если какой-то тебе красивый нравится, можно сфоткать. Потом смотри. Вот. Это я рисовал по имеющимся. Вот это оценили, в принципе, на 3 лайка. Это дикаря нарисовал. Потом нарисовал ферму Лапарта и Хоринис, там, портовый город. Вот это вот самый странный рисунок, который никто не оценил, но я считаю, он новшество, новаторство. Я назвал. Там есть, в общем, такой персонаж под названием Константино. Я назвал его Ксантантино. То есть он выращивает вот эти вот ягоды и делает Ксанакс, кстати, из него. Не пропагандирую ничего строго по рецепту, все. Здесь вот растет. Делать траву и видишь промышленное производство. Это есть растение или ты так? Это я так думаю. Я не знаю, это, по-моему, не растение, а просто химический элемент. Потом здесь, смотри, это дикаря сделал. Это потом, смотри, здесь одновременно и башня Ксардоса. Башня Ксардоса пускает магию вверх. Мельница, это еще башня Ксардоса, как это крест. Я тут все нарисовал, смотри, здесь. Все есть, но не то. Ноль лайков ставили писать. Наверное, что розовый цвет. Потом вот это я рисовал Хоринис там. Скриншоты. Когда у меня кончились материалы, я пробовал. Смотри, вот это. Так получилось. Ну, персонажа прорисовал. Впервые у меня здесь персонаж. А, вот этот рисунок после того, как я в Сталин приехал. Короче, когда я в Сталин приехал, смотри, здесь в чем особенность? Здесь пририсованы вот эти вот стоящие два стража, дорога мощная, энергетически прорисована, вход. Потом здесь прям, ну здесь ошибка в том, что близко очень ферма Лабарда. Здесь я целых две мельницы поскупился. Здесь вон сток сена.